Всем привет, с вами снова Данил Букреев и очередная посылка с сайта AliExpress. Часы примерно около $5 одна пара. И давайте посмотрим на них. Я уже их открывал, смотрел. В принципе, все нормально, могу сразу сказать. Просто чтобы не мучить вас долгими открытиями. За 12 дней они были уже в Украине, то есть очень быстро пришли. По-моему, все хорошо, если честно. То есть только немножечко есть особенность небольшая у этих часов. Ну, так и было, в принципе, на картинке. Но как-то сразу это не бросается в глаза. А потом это видно. То есть смотрим, да? Единица, двойка, тройка. Какая четверка? То есть четверка это как тройка, только четыре палочки. Это раз, да? И во-вторых, то, что перевернуто, да? Перевернуты цифры, ну, не очень удобно. То есть можно было уже с пятерку как-то оставить под углом. После тройки уже можно было наклонять числа под углом. Ну, в принципе, часы выглядят достойно. Наверное, только что ремешку этому быстренько придет. Плохо ему, короче, станет быстренько. А так, в принципе, они выглядят достаточно достойно за такую цену. Тут еще даже написано, что они водонепроницаемые. Вот, ну, в принципе, часы хорошие, как по мне. И уже обзор у нас на нашу камеру. Но это, я думаю, что ненадолго. Будем все-таки покупать новую камеру. Я собираюсь покупать новую камеру, потому что, ну, это ненадежная вещь. Она постоянно ломается и сбивает нам обзоры. Вот, ну, в принципе, вот такие вот часы. Я не знаю, что о них еще можно сказать. Кварцевые, да, то есть пришла здесь с фиксатором. То есть было зафиксировано время. Они не шли в дороге. Кстати, вот самые дешевые часы, когда приходили, они уже шли в дороге, все нормально, никакого фиксатора. Тут был специальный фиксатор. Ну, в принципе, все. Обычные часы по $5 с сайта AliExpress очень быстро пришли. Ну, почта Украины, все нормально, все радует, как всегда. В принципе, все. Подписывайтесь на мой канал. И будьте вместе с нами. Впереди много уроков, обзоров. И еще я хочу вам посоветовать новый канал, который открылся совсем недавно, и он растет с каждым днем. Это канал, который посвящен рукоделию, хендмейду. То есть всему, все, что с этим связано, вязание, все возможные плетения. В общем, все. Для девушек, я думаю, будет интересно. Ссылка под видео. И если не забуду, поставлю на экран. С вами был Данил Букреев. Еще раз до свидания. Подписывайтесь на мой канал.